Всем привет! Еще одна посылка или конверт с Америки от этой вот фирмы. Уважаю и с каждым обращением к ним все больше и больше люблю, ценю и уважаю их отношение к своим клиентам. В этой посылке, в этом конверте, по идее, должна быть пружина на этот ножик. Вот, связавшись с ними, они абсолютно без проблем сказали, что вышлют пружину. Вот, никаких лишних вопросов ничего не задавали. Стоимость, кстати, вот этого конвертика $6.5. Вот, и каждый раз, в принципе, не бросает своих клиентов, постоянно поддерживает. И вот сейчас посмотрим. Бывают, конечно, случаи, когда они путают, высылают не то, что нужно. Вот, но этот вопрос также без проблем можно отрегулировать. Вот здесь у нас внутри вот такие вот большой, огромный конверт, в котором лежат такие маленькие штучки. Ох ты, ну нифига себе, я, по-моему, у них в качестве постоянных клиентов, что ли, потому что они мне здесь выслали и осевой винт, и кучу винтов на больстер, и пружины, ну то есть полный ремкомплект на этот нож выслали. Вот я у них просил одну вот эту внутреннюю пружину, пружину открывания ножа, вот, ассиста, так скажем. Вот, но они мне выслали полный комплект всех пружин, всех винтов. Вот, ну или почти всех винтов. Ну, за это им огромное спасибо. Так что моя эпопея с этим ножом развязалась, окончилась успешно. Вот, как и с другими ножами от фирмы Benchmade. И люди, которые говорят, что вот Benchmade, дорогой нож, сломался, типа непозволительно для такой фирмы. Любая фирма допускает ошибки. Самое главное, чтобы она их признавала и оперативно устраняла. В моем случае фирма признала полностью, и не первый раз мое обращение было как бы воспринято, и я не остался один в беде, как говорится. Вот, так что серьезная фирма, еще раз огромное спасибо этой фирме. И, кстати, я вот про цену сказал, но не сказал, что стоимость этой посылки $6.5. И я ни копейки не заплатил ни за конверт, ни за запчасти. То есть все абсолютно бесплатно. Так что гарантия от фирмы Benchmade на высоте. Вот. И что я могу сказать? Проверено, доказано. Так что смело можно приобретать любые ножи от этой фирмы. И я думаю, будем надеяться, конечно, что они не будут ломаться. Но если сломаются, переживать не стоит. Фирма поможет. Вот такая вот маленькая распаковочка. И вот такая развязка с поломкой пружины на этом ноже. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Всем привет. Приехали мои запчасти на нож Benchmade Barrage. Кто следит за моим каналом, значит, на канале была разборка этого ножа, где нож лишился пружины. В данный момент он закрывается в свободном падении. То есть нету пружины. Но, честно сказать, нож стал приятнее, играться с ним стало интереснее. Но я хочу перебрать и собрать нож еще по второй причине. Ну, во-первых, примерим и посмотрим пружину, как бы там ни было. Во-вторых, смажем. И в-третьих, я снял недавно тест резьба по дереву, в котором участвовал этот нож. После этого теста появились люфты. Сейчас попробуем послушать, как на складывание, так и боковой люфт. На складывание вот с таким шумом. Вот, и мне интересно посмотреть, что да как, перебрать этот ножик. И посмотрим, в чем причина, почему эти шумы. Скорее всего, это шум, потому что осевой винт расслабился, так как после разборки я не посадил его на фиксатор. Просто собрал, чуть расслабил, чтобы было приятно играться. Чтобы было интересно играться. Но сейчас посмотрим. Нож мудрый, механика здесь сложная, и насколько я знаю, чтобы поставить эту пружину, это чуть такое геморное занятие, так что кому-то будет полезно. Есть уже видео в YouTube, я видел, может быть, сам воспользуюсь еще раз, так как не уверен, что получится сразу собрать, но начнем потихонечку. Но как я его разберу, показывать не буду, просто включимся и посмотрим дальше. Разобранный ножик. Нож не особо замученный изнутри, не особо грязный. Все выглядит неплохо после той сборки, с учетом того, что я прогнал его через тест, регулярно пользуюсь, нож сохранил свою чистоту, можно так сказать. Сейчас я все протру, так как разбираются ножи не часто, если уже разбираешь, лучше
все почистить досконально. И взгляну, почему пенек здесь помялся, почему люфт появился на складывании. Шпенек выглядит тоже нормально. Ну ладно, смажем и посмотрим, что это как. В момент, когда я буду ставить пружину и собирать конструкцию, опять включусь и посмотрим, что это как. Еще одно включение, посмотрим, как выглядят пружины. Вот я заметил, неоднократно замечал, что пружины, которые высланы заново, то есть по гарантийному сервису, я получал пружины от фирмы Kershaw и от Benchmade. Они всегда другого цвета. Это штатное, то, что сломалось у нас. Это высланное новое. Она выглядит как-то более золотистая, что ли, оттенок у нее, у новой. Вот. Но, возможно, бракованная серия, возможно, супер чистой воды американские пружинки выставили, а это, наверное, китайские стояли. Короче, вот так вот выглядит, вот такая вот разница. И вот теперь у нас поломка налицо. Можно сравнить. Я хочу обратить ваше внимание на то, какой, насколько сложенный в разборке и сборке этот нож. Вот это вот кучка, которая здесь находится, это все, в принципе, только осевой винт. По идее, достаточно бывает осевого винта, пару шайб и все. А здесь мы видим и пружина, и разного размера шайбы, и в лайнерах разные отверстия, и шпонка в шпонке, короче говоря. Это то же самое, как М16 калашник. М16 приятный на ощупь, стреляет метко, удобно, но не дай бог его в полевых условиях разбирать после того, как он упал в грязь или в воду. Что-то маленькое потеряешь, и все. И, в принципе, нож уже нельзя использовать. Вот, из-за этого чем проще, тем лучше. Так что перед покупкой или перед разборкой, если вы уже купили, стоит задуматься, стоит ли разбирать или стоит ли вообще покупать вот такой вот сверхмудрый нож. И лишний раз разбирать, честно сказать, желания не возникает этого ножа. Начинаем сборку. Закинули пружину в этот корпус, одели осевой винт. Вот, и насколько я помню, насколько я видел и насколько я знаю, все это дело смазываем сначала смазкой, и клинок одевается вот таким вот образом, но крутить вроде бы его как бы нельзя, потому что после того, как мы затянем, вот у нас должно там типа все стать как рассчитано, как должно быть. А если мы его сейчас начнем закручиваться из-за того, что люфты у нас здесь не зажаты, у нас соскочит пружина, вот она соскочила, и теперь нож не будет фиксироваться вот в закрытом состоянии. Вот это самая такая и секрет, и тонкость, которую я лично увидел в интернете. Вот, ну, попробуем, посмотрим, что получается. Для того, чтобы легче было собирать вот это все мудотень корпус, на другую сторону одеваем уже бэкспейсер, пружинку замка, предохранитель, вернее, замка аксиса. Закидываем пару винтиков, чтобы это все не разобралось. Шпенек мы пока, упорный штиф, мы пока не одеваем. Он у нас выглядит так мудро, не просто так. Его мы должны будем вдеть после того, как соберем весь ножик. Вот, из-за этого он такой сборно-разборный, что ли. Все, вот так вот у нас пока все это дело выглядит, но пока не докручиваем до конца. Опять выскочило. Сейчас еще раз. Все вот так вот село, и теперь можно потихоньку все смазать и собрать. Так, осевой, наверное, надо будет сразу развернуть вниз, так как здесь у нас пропильчик или фаска, как ее назвать. Дело смазываем жирно, чтобы не пришлось больше разбирать и чистить смазкой. И накидываем наш лайнер, вторую часть. Это всего еще надо подкрутить чуть-чуть вот так. Вроде все здесь, все вроде село.
Сейчас мы, пока не поздно, наживим осевой винт. Лучше, наверное, его сразу посадить на фиксатор во избежание дальнейших проблем и геморроев. Это дело сейчас затянем хорошенько, потуже пока, потом отрегулируем, что-то не выскочило. Нет, не выскочило. Так, ну все, теперь можно наблюдать, что нож складывается с трудом, но в конце он как бы фиксируется, защелкивается. Вот основная цель и основной секрет и момент сборки этого непростого ножа, это как раз таки заключается в том, что клинок надо собирать раком кверху. Так, теперь мы соберем оставшиеся винты корпуса. Их можно не сажать на фиксатор, можно и посадить. Не знаю, давайте-ка посажу, хотя ладно. Их можно затянуть посильнее. Так, все вроде она здесь села. Угу. Все защелкивается. Теперь можно одеть наш аксис. Так, это дело тоже можно немножко смазать. Так, и теперь можно, наверное, одеть шпинечек. Шпинечек одевается хитрым образом. Ну, или хитрым, или геморным образом. Он у нас продевается насквозь. Но надо еще не забывать про такую шайбочку, которую надо вставить, и попасть надо еще и в эту шайбу. Короче, не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Так, с такими вот нехитрыми движениями мы одели вроде все это дело. Все, теперь у нас он сидит. Теперь можно чуть-чуть отрегулировать осевой, чтобы это все дело у нас ходило легко. Чуть-чуть еще можно. Ну, проверить, конечно, тяжело, насколько затянуто. В принципе, на первый взгляд все кажется, как будто затянется нормально, но здесь пружина, она как бы толкает, и однозначно проверить, насколько все это дело затянуто, тяжело. Можно чуть-чуть еще расслабить. В принципе, бояться люфта, что нож люфтит, это, в принципе, ничего страшного. Стремиться к нулевым люфтам тоже не надо, особенно в системе ассистов, доводчиков клинка, потому что там должна ходить пружина, как бы там другая система, и люфт здесь должен быть и будет по-любому. Ну, где-то вот так, наверное, устроит. Смотрим по клинку. Клинок у нас здесь уже, в принципе, по центру.
Вот, и можно совершить окончательную сборку, недосборку. Но конструкция, как вы можете видеть, конечно, такая очень сложная у этого ножа. Вот. И лишний раз его собирать и разбирать, конечно, не стоит самостоятельно. Другое дело, если что-то сломалось, и надо заменить. Вот. Ну ладно, сейчас соберу и посмотрим, что-то как. Ну все, нож собран. Теперь он стал опять опасным. При падении однозначно вот так вот распахнется. Но в то же время он очень смачно и красиво открывается. Вот, что касается люфтов, боковых люфтов, можно сказать, нету, потому что даже меньше, чем, в принципе, должно быть на таком ноже. Вот, что касается вертикального или люфта на складывание, небольшой люфт есть. Вот. При этом шпенек осиста, он был целый, то есть нету ни замятий, ничего. Сам клинок тоже целый, и объяснить я могу наличие такого люфта тем, что может быть еще не до конца притерся, то есть шпенек он будет чуть-чуть должен по идее глубже заходить, со временем прирабатывается и по идее ножик станет плотнее, а сейчас так как здесь металл очень жесткий, соответственно он не будет изнашиваться, единственное шпенек может быть износится, и вот пока он не износится, вот такой вот люфт будет. Этот люфт связан именно с доводом, скажем так, шпенька в сторону клинка, то есть до зажимом замка. Вот, если чуть-чуть подтолкнуть, то люфта, вот удерживая, люфта нету. Если расслабить, конечно, чуть-чуть люфт есть. Вот. Насколько это летально, я думаю, это не летально, потому что чуть-чуть, где-то на миллиметр даже отъехать, если назад шпенек оттянуть и продолжить толкать, вибрирует, шпенек обратно доходит до конца, то есть запирает замок надежно, при том, что вот такой вот небольшой люфт есть. Вот. И со временем только он подожмется, и люфт наоборот исчезнет. Если, конечно, ничего экстраординарного не произойдет. Ничего, шумов каких-то критичных таких ничего нету. Вот. По затяжке винта я так думал-думал и придумал, чтобы посмотреть на таком ноже, как сильно затянут осевой винт, в принципе, вот так если подвигать боковой люфт, он совсем незначительный, и такое ощущение, что в принципе винт перетянут. Но если оттянуть шпенек, и как мы обычно запираем ножи с аксисом без доводчика, то есть обычный там тот же самый Griptilian, то клинок реально он отпрыгивает, значит здесь с затяжкой осевой тоже все нормально. Вот. Что касается центровки, нож чуть клинок перевалил направо, но это все дело, как говорится, житейское. Корпус все-таки не супер крепкий, и чуть-чуть подвигаю его, все стало на свои места. Вот сейчас все практически идеально по центру. Вот, вот такой вот четкий ножик. И вот так вот можно теперь уже точно сказать, закончилась гарантийная история фирмы Benchmade и Баража. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.